Казахстанская медиа-академия представляет. Медиа-репортаж. Прямо сейчас мы находимся на премьере фильма «Реально нереальная история». А с вами я, Турманова Дильнас, и мы начинаем наш медиа-репортаж на Казахстанской медиа-академии. Оставайтесь с нами. Медиа-репортаж. Это ребята, которые меня тогда поддержали. Тимур Макажан, Сергей Лобанов, Артем, который сыграл Васю. В народе Кука, а на самом деле Куаныш Жилжаксынов. Продюсер Марат Сарсенбаев. Если мы сейчас говорим о проекте, который задумал Нурлан, я думаю, что там, наверное, мало в моем, во всяком случае, в моей роли что-то осталось от этого, но что самое главное в это все принеслось, это то, что, ну, вы представляете себе, два молодых мальчика, там три нас, был еще Оскар Нурланов, был Нурлан Кражигитов, Оскар Нурланов и я, мне там говорят, у нас было три одноклассника, которые дружили с 71-го года, потом нас жизнь немножко раскидала, Оскар там улетел в одну сторону, я в другую, Нурлан остался здесь. Вот. Но самое главное, что, наверное, те ощущения дружбы, ощущения плеча, которые закладываются в детстве, в самом юном, когда мы еще не нагружены жизненным опытом, разочарованиями, предательствами, это самые-самые искренние отношения. Вот. И когда Султана сказала, что вот есть такая история, ну, там внутри меня вообще все, что могло было включиться, включилось, все вот эти струны души завибрировали, и понятное дело, что я оказался здесь. И не надо тут говорить каких-то лишних слов. Это было просто, ну, как это сказать, от души. Причем не только моей, но и, наверное, вот откуда-то, оттуда все это вот так вот скомпоновалось. Поэтому большое спасибо Нурлану. Тебе большое спасибо за этот проект, за то, что вы доверили мне участие в этом. Каким он был? Ну, на самом деле, задача-то не было передать именно натуру самого Нурлана. Вот. Для меня было важным очень закончить этот проект, вот, которому он отдал часть своей души. Mm-hmm. Вот, это часть своей души, тоже султанины очень. А что касается нашего детства, мы все в детстве были немножко одинаковые в советское время, я могу сказать. И поскольку мы учились у одних педагогов, сидели за одной партой, и это было много лет. Вот, после школы, за пределами школы тоже находились вместе. Стараться передать, мне кажется, какие-то нюансы, ирония, юмор, восприятие жизни, позитив. Вот это даже не надо стараться передавать, потому что у нас это есть, было и будет. Останется с нами навсегда уже. Хорошо. Вы знаете, я бы не сказал, что у меня были какие-то тяжелые эпизоды. Единственная, наверное, сложность была в том, что вся съемочная группа и почти все артисты находились здесь, в Казахстане. Вот. А мне нужно было прилетать, то есть нужно было находить какие-то окошки. И что самое, наверное, чего бы я хотел, чтобы было немного по-другому, это то, что огромное количество сцен снималось, скажем так, без меня, а под меня специально выделялись какие-то дни, и я сюда приезжаю и нахрапом снимаюсь, не прочувствовал, может быть, в том объеме, в каком мог бы, да, все то, что происходило на съемочной площадке. Вот. Но сейчас, вот, когда фильм уже смонтирован, и первый раз посмотрел, поэтому получил удовольствие. Слушай, ну какой ужас, а? Столько участников было. И нет того самого, единственного.
Вы знаете, фильм очень хороший. Я бы сказал, что он очень добрый фильм. Вот в наше время почему-то тяготеют и снимают в основном жесткие фильмы, которые ставят человека в какие-то сложные ситуации и пытаются его оттуда вытащить какими-то очень жесткими способами. А вот это очень добрый фильм. Фильм, которых сейчас, наверное, не хватает, которые нужны. Потому что именно такие добрые фильмы должны и порождать добрых людей. Где он? Здравствуйте. Кто? Ну, парень, который только что пел. Кроме меня и вас типа никого нет. Ну, и не считая баранов. Так это был ты? Ну, я... Какая же из него звезда? А что? Главное — голос. А спой еще что-нибудь. Зачем? Позже объясни. Спой, пожалуйста. По берегам, словно летом, ходим вместе я и ты. Это время бесконечно у любимых до зари. А что у нас еще в репертуаре имеется? When I see you walking at the park, come to me, go with me. Да ты джазмен, товарищ! Что вы запомнили больше всего? Ой, у меня такое впечатление, что я все помню. С самого начала до конца, вот даже вот, куда она стоит, я, раз уж он здесь оказался, он режиссер, с самого начала мы собрались вдвоем, чтобы обсудить вообще, о чем должен быть фильм и как он должен быть. Задумалось одно, но снялось совершенно другое, да? Мы начали снимать большой один музыкальный клип, да, Жакука? А потом мы сняли фильм. Художественный музыкальный фильм о любви, о музыке. И о любви к музыке. И о любви к музыке в том числе. Ты многое проделал, чтобы стать тем, кем ты сейчас являешься. Не давай никому и ничему это все отобрать у тебя. В особенности самому себе. Я что-то не понял. Ты что, помирать собрался? Что за прощальная речь? Можно сказать и так. Мне надо домой вернуться. У тебя же сольник скоро. Сольника не будет. Я больше не вернусь сюда. Удачи тебе. Сложные моменты – это, наверное, эмоциональные моменты, так как я не играющий актер, так скажем, да. Для меня вообще все было в новизну. Ну, выдавать именно эмоциональное состояние для меня очень сложно было. Вот. Самые вот такие вот части, наверное, сложные были. Что с тобой? Мне кажется, или ты избегаешь меня? К чему такие разговоры? Между нами такого ничего и не было. Да, ты симпатична мне, но не более. У нас разные дороги. А ты, оказывается, такой же, как все. Я и не думала, что так скоро заболеешь звездной болезнью. Думай, как хочешь. Но время придет, и ты сама все поймешь. Фильм мне дал огромный опыт. Знания именно в режиссуре, именно в коннекте с командой, да. И в дальнейшем, да, возможно, так как это был фильм «Султаны» больше, да, она в каких-то моментах, какие-то моменты сама как-то видела, я, наверное, больше полагался на ее видение и просто говорил ей, как это можно снять или подать. Вот. Ну, в дальнейшем попробуем какой-то свой проект сделать. Вообще все ребята сыграли настолько искренне, да, хотя там были непрофессиональные актеры. Вот сам вот этот Кульбай, мальчик просто очаровательный, да. И такой неожиданный конец, да. И вот эта девочка, ее реакция, настолько все это естественно, да. Вот просто мне кажется, даже
профессиональные актеры, может, и не смогли бы так передать это. Вот мне так кажется, да? Именно подкупает то, что вот непрофессиональные актеры смогли вот так все это, да, все это так естественно показать, ну, прям очень трогательно. Положительные эмоции гостей, искренние наставления режиссеров, продюсеров, а также актеров не оставляет равнодушным никого. На этом наш медиарепортаж подходит к концу. А с вами была Дильназ Турманова. До скорых встреч. Казахстанская медиа-академия представляет. Медиа-репортаж.